Искусственный интеллект значительно упростит процесс выдачи загранпаспортов. Заказав документ через портал госуслуг, заявитель получит индивидуальный штрих-код, по которому дальше сможет воспользоваться криптокабиной, следуя голосовым подсказкам. Аппарат сам сделает фотографии, снимет биометрические данные пользователя, а также отправит всю информацию на обработку и хранение. Кабина оборудована сенсорными дисплеями, цифровыми камерами, системой бестеневого освещения сканерами документов и отпечатков пальцев, считывателем машиночитаемой зоны паспорта и микросхем биометрических паспортов. После проверки документов заявитель сможет получить загранпаспорт в отделении МФЦ.